Ящики с алкоголем в несколько этажей. И весил некачественный и, главное, незаконный. В Орле полицейские изъяли из оборота 5030 литров контрафактного алкоголя на общую сумму более 320 тысяч рублей. Масштабное производство паленки развернулось в хозпостройке. Там же силовики обнаружили еще 5482 бутылки с готовой алкогольной продукцией. По пол-литра каждая на сумму более 400 тысяч рублей. Изначально по уголовному делу были установлены два жителя города Орла 59-го года рождения и 1991-го. В последующем круг лиц, привлеченных в качестве обвиняемых, расширился. Участники организованной группы не являлись учредителями и руководителями какой-либо коммерческой организации, не имели лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и заключенных соглашений с правообладателями об использовании товарного знака. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд.